Юность играет в полном составе. Передача Максима Прокопчук, номер 79, шайбу забросил Жумажан Ипатов, номер 87, команда «Юность».
За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан Даир Аламов. За толчок соперника на борт малым штрафом наказан Данил Сидоров, номер 3, команда «Юность». С передачи Александра Картунова, номер 16, шайбу забросил Данил Родин, номер 10, команда «Энергия». Thank you.
Ее достигает в полном составе. За атаку игрока, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Амир Дюсенбаев, номер 18, юность. За подножку малым штрафом наказан Андрей Коновалов, номер 12, команда «Энергия». Юность играет в полном составе. «Энергия» играет в полном составе.
За атаку соперника сзади большим штрафом плюс 20 и до конца игры наказан Никита Григорьев, номер 8, команда «Юность».